Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас очередной выпуск «Дороги к 3000 Элла». И что самое интересное, у нас есть развитие, мы растем в скилле, растем в камбэках, у нас лучше уже все получается. Если что, я говорю «мы», потому что я собрал свою команду. Я просто играл на фейсете и набрал рандомов. Я об этом делал ролик, и я сейчас до сих пор играю с ними. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом прямо сейчас, если вам заходит эта рубрика. Судя по просмотрам, нормально заходит. Ладно, давайте приступать. Погнали. Сыграем, как обычно, 10 каток. Первая катка. Вертига. И игра на плюс 23. На самом-то деле, карта удобна тем, что ее мало кто играет. Настолько все печально, что можно брать в каждом раунде по 90 и лететь убивать мидл. В наших сериях этого предостаточно. Да, мой первый килл спустя 2 недели. До этого бомжа, боже, он был савиком, просто позорище. О господи, что я дал? 4 килла гениальных. Очень опасно, у них дроп есть, ты один. Двое там, двое там. Это Б. Что, чел, ВХ? Либо А, либо Б должно было быть. Вопрос улетел. Слева стоит. Рам 5 хп. 2 лоу хп. Ой, команда! Я мидл играю, да? Еще там под рампой. Хорошо! И тебе этот хэштег, пожалуйста, в чат. Рампа, да? Лёль! Так, предупреждаю. Бомба у меня. А, цемент. Хорош. Пропает, гайз. Хорошая команда. Хорошая работа. Да, идем. Ух, первая есть. Всеми любимый мираж. И катка на плюс 26. Если что, прошлая часть закончилась, как обычно, проигрышем. И на данный момент у нас винстрик из одной карты. Лоль. Эрик просто стоит по нему по башке. Ты видишь, да? Найс. Позорище, какое у меня не выиграло. Я умру. Это как? Тихо, мне страшно. Ну ладно, хп. Это как, чел? Я что? Я закирю савиком сейчас на миду. Давай ранбустик, да. Трое мидл, какой позор. Шорт. Эй, эй, андерпалас. Найс, тим, зортикс. It's B. Да. Жол, what the fuck, Рокет, что ты творишь? Что, обнялся, зерваль не пишет. Два хэдшота подряд, раз, два. Ох, мне одной пули хватит, чел. Yeah. Да, сейчас распишусь, бразер. Были неполадки с интернетом, я забыл его оплатить. Но респект таким провайдерам, которые включают интернет спустя 10 секунд после оплаты. Но в любом случае, получил бан, катка не попала в статистику, но Элла поменялась. А вот в какую сторону, сейчас увидим. Так, я оплатил интернет, но не знаю, когда он включится. О, я бот теперь. Ну, Элла дадут?
Да. Тебе надо просто убить его и все, Сузука, давай. Бля, здесь. Что, что, где он? Давай еще громче. Я вам помогу. Подожди, возьму. Раунд. Почти. Да, один катволк и шорт. Катволк и шорт. Катволк справа. На тоника. Челики, я и так в мане, поэтому удачи, гудлак. Шучу, играем до конца. Ты бухой или чё? Это будет раскид. Не успокойся с этим ножом, курка. Пошло, пошло дело. Пошло, пошло. Двое, стар, трое middle стар. Савик он стоит, смотрит окно. А ты где, бро? Ты чё? А ты скажи ему, что ты пикаешь. Хорошая команда. Хорошая. Хорошая работа, Эрик. Молодцы, ребят, молодцы, молодцы. Не, ну с такой игрой, конечно, можно пробовать, да. Они же как-то смогли. А чем мы хуже, а? А? Убил ботан, он один был вроде. Сколько меня убили? Молодцы. Я, Пелос, Пелос смог упасть. Ковры убил. Я в крысу, я в крысу катаюсь. Найс, Ластерс, Ластерс АВП. Пачка выпала. 16 секунд. Сейчас спрячься. Хорош. Просто что это? Эрик, что сделал? Хорош, хорош. Я весь раунд был в говне. Мова, Берри. Знай. Смог. Ой. Кидаю. Раз, два, три. Кинул. Ласавик тоже был вроде, не? Ладно, джангл должен быть. Кидай флеш зеленый. Молодцы, ребят. Да, я думаю, бан уже прошел, мы столько катку играли. Ой, ладно, жестко было. Спасибо, мужики. Так. Бан у меня на сколько? 0.2.16. Еще 30 минут. Причина ливер. Ха. Небольшая интеграция. Мы на сайте GGDrop. И это сайт по открытию кейсов. У них появилось приложение на андроиде. Вы можете открывать кейсы где угодно. Главное, чтобы был бы интернет. Ссылочка на приложение будет в описании. Ну а также у них есть сейчас активный wild event. Я выбираю самую дорогую цель и покупаю пульки. Мне хватит одной пульки. Если что, это почти все мои деньги. И я получаю 4000 рублей. За каждый 1 рубль депозита вы получаете 1 поинт. Ну а также сейчас на сайте активен 1 миллион. Это такой ивент. За прот каждого рубля вы получаете очки, баллы. Если что, за первое место вы можете заработать 235 тысяч рублей. А призовых мест всего 100, поэтому шансы в целом есть. Ну а также у меня есть промокод. Если вы будете делать депозит на сайте, вы сюда просто вставляете промокод шоков и вводите любую сумму, к примеру, 500 рублей. И вам придет на баланс не 500 рублей, а на 11% больше. Ссылка на GGDrop есть в описании. Ну а мы идем дальше играть в CSGO. Мы снова перемещаемся на Vertigo, где я не знаю ни одной гранаты. Кроме тех, которые показывал в выпуске лайфхаков. Кстати, вот он, наверху у вас. Но это совсем никак не влияет на удачные результаты на ней. Потому что пики с по 90 остаются навсегда. Фрига. Еще один. А, что я дал, чел? Позиция, когда он меня не видит, я его вижу. Хорош. Найс. Ребят, сейчас будет мясо на мидл, смотрите. Я би-би-би, it's been. Найс, лосай. Найс, хороший. Он сейчас зарежет. Рамп and left side. Слева, left слева, side. Слева и рампа. Ласт рампа. Уху! Хорош, блядь, лучше надо. One more middle. Сейчас смотрите, мид, наверное, только. Он са точно не придет. Он са. Молодцы, ребят.
спасибо, сходим. Спасибо за игру, всем удачи. Получается 2245. У нас винрейт уже 4 катки подряд. Летим играть Dust 2. Кстати, попались в команде Шугами, с которым у нас достаточно роликов с дорогой к 3000 элла. Такое вот совпадение. Игра на плюс 24 элла, а если выиграем, то у нас будет 2269 элла. Это очень много. Ну, мой рекорд был 2170 вроде. Так что сейчас мой пик. Убил? Да. Бля, что это? Слышь, опа? Да. Там мы выиграли. Вроде Сити и Зига. Ебать. Двое пикают. Прошли, первый прошел, второй прошел. Давай, 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 давай. Бля. Ну идея была хорошая. Стой, стой, живи. А где ласт? Где ласт? Хорошая работа, команда. Не повезло, написали челик, они шарят. Вертига на целых плюс 29. Очень интересный матч. У него в 12 лет 4000 часов. 12 лет 4000 часов? Ты серьезно? Ему 12 лет, у него 4000 часов? Это же перебор. Да в хиты на хаване. Да. Я сам босс вон. Найс. Топ лайт, гайз. У меня, да, кто-то прыгнул? Да. Бля. Туби. Ух, он маром. Рампейлом. Хорош! Молодец. Один поставил, один гап. Эй, би, 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 би. Low HP, low HP, kill him. Найс, найс, где он? Пуст, бегайс. О май гад. One more gap. Найс, gap, 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 gap. Без M4. Это просто, смотри, как они двигаются, это да, просто пиздец. Да, да, да. Просто в шоке, блядь. Гоби, 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 гайс, гоби. А где это? Go, go, plant. Хорош, хороший Эрик. Да. One more dead. Only one B, guys. Can you take B? Someone dead? Oh, headshot, headshot with op. He's dead. Connector. Проиграл. Oh, nice. Oh, nice shot, brother. Мы реально забрали эту игру, чел. Oh, well played, guys. It's... Good game. Слушай, ну это прям хорошая игра была. Это опять был камбэк. Седьмая катка. Наш винстрик составляет уже 6 игр подряд. Следующий мираж, и она на плюс 26. А выигрывая, мы получаем 2324 элла. И останется прям совсем чуть-чуть до закрытой беседы в Телеграме. Кстати, кто хочет туда попасть, мы отправили сообщение в колокольчике на сайте, ссылка для доступа. Если вы 2500 элла плюс, авторизуйтесь на сайте, и вы получите это сообщение, если ранее у нас играли. Двое. Убил. Он. Я стерзил. Флешку к нему позорная. Бля. Это. Файр убили. Стерзил. Стерзил. Апсы запушил сзади. О, должен взорваться. Я никогда таких типов не встречал, которые так жестко. Бля, как они так угадывают? Как они так угадывают? Я могу. Я пошел. Хорош. Хорош. Хорошо. Еще один пролз. Даю флешку мидл. Полетел. Кухня.
Ладно, спасибо за игру, они нереально были. Жестко, жестко. Ладно. Это были прекрасные катки, спасибо за игру. Винстрик потерян, но нежелание выигрывать. Снова мираж и снова на плюс 26. 10 секунд, да, убивай, убивай, убивай. Хорош, ну молодец. What the fuck? Оу. Что? Бля, чел. Ай, какой странный пик был, снабси. Убил кота. Я коты. Стой так же сейчас. Чуть правее встань, чтобы не убили со стерс нас. Убил. Хорош. Ковры. Пол убили. Ковры один из стерс. Хорош, молодцы. Хороший Эрик, жестко. Да, я видел, ты двоих или троих смог. Да, 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 да. На ковры смотри. Успел. О, господи, вы лучшие, ребятки. Одного лоу убили. Хорош, спасибо за игру. Отличная работа. Слушай, жестко, жестко, жестко. Если говорить про мою позицию, то на самом-то деле мне удается неплохо отыгрывать на Б. Если что, речь про карту Даст 2. Мало раундов, где я не делал ни одного килла на приеме. Один стопроцентно есть. ЖБ. Флэш би. I drop flashes. Тусите, тусите. О, лёль. Найс, скау дед. Попробуйте поставить просто. Try to plan. Try to plan, guys. Найс. Энта. Просто зайдите. Найс. Найс. Пачка, пачка, пачка лонг. Пытайте один. Рампа. Пан, сейв, сейв, сейв. Хорош, сейви, сейви, все, беги просто. Need out! Need out, guys, how? What the fuck are you doing? Я взял шорт. Он шорт. Шорт. Хорошо, шорт. Ну смотри, у типа игра идет 34 на 15, он... Это он был сейчас? Да, да, 34 на 15. Финальная игра. Она будет очень длинной. Это единственный спойлер. Больше ничего не буду говорить. И она была неплохой такой. У меня поменялось 5 раз настроение. Я был готов проиграть, я был готов выигрывать. Раз в 5 минут. Мне кажется, после таких игр надо спать. Ты уже становишься шизиком. Черт. Хорош. Yes, я дефаю, дефаю, last lower. Танул бы. Вау, insane play, insane play, insane play, insane play. Еще один. Спрыгнул на плюсово. Хорош, за 7 АВП. Сюда их. Мид. Давай еще. А. Тут да. Слева стоит, слева стоит, слева. Хорош. Убил одного, еще. Хорош. Бля, не успел. Не успел. Здесь какая-то. Хорош. Танул, пикаем вместе. Живи, давай. Раз, два, три. Надо. Не, не открывайся, хватит, пожалуйста. Да пусть убей вот этот, он. Я просто, у меня уже просто 5 настроений поменялось. Я готов был проиграть, сейчас готов выиграть. О, господи, господи. О, господи. Найс, хорош! Что это такое? Двое в сайте, я один на шуту. Ой, жестко.
Это очень неприятная катка была из-за ее. Мы проиграли игру и вернулись к Элла 2252. Но даже это дает нам 109 Элла за выпуск. Очень хороший буст по Элла. Подпишись на канал и включи колокольчик прямо сейчас, чтобы не пропустить следующую часть дороги к 3000 Элла. До следующего ролика, дружище.